Hello, everybody. Мы с вами находимся, точнее я, ну и вы заодно, в экспоцентре на выставке «Мода весна». Вот, и я решил сделать наоборот. Я сначала прошел выставку и записал про нее там все. А послесловие я вставлю в начало, вот, для того, чтобы было понятно, о чем вы сейчас будете смотреть. Итак, ответьте в комментариях, пожалуйста, зачем люди приезжают на мотовыставку. Мне вот это вот интересно. Я вот приезжаю снимать, например. А вы зачем приезжаете на мотовыставку? Ответьте в комментариях. Так вот, что же осталось у меня как после вкусия, так называемое, после выставки «Мотовесна»? Во-первых, огромное количество всяких пузатых мужиков с бородами, вот, всякими кожаными такими серьезными дядьками, их огромное количество, просто всяких разных там мотоклубов, не мотоклубов, там сами по себе, но как бы вида вот такого, мотоциклетного. При этом самих мотоциклов такого вида, ну, прям совсем мало, вот, если не сказать, что практически нет. В основном, «Мотовесна» — это засилие китайского мотопрома. Китай, вот, кстати, самих, вот, сказать, китайцев еще тут мало, вот, а с мотоциклов китайских просто в вагон. Вот, как, сказать, у нас пропали бренды, вот, и появились китайские мотоциклы. Будем ли мы ездить, ребята, на 300 кубов? Ответьте, пожалуйста, в комментариях этот вопрос. И вот я считаю, что нет. Вот, не пересадят нас на 300 кубов, на скутеры. Вот, и еще, как бы, на выставке огромное количество велосипедов и самокатов. Вот, какое они отношение имеют к мотовыставке, не очень понятно. Вот, но есть вероятность, что заполнить пустое место, вот, на выставке. Опять-таки, ответьте, пожалуйста, в комментариях на этот вопрос, так ли это. Ну и не забываем о том, что я могу привезти мотоцикл Harley Davidson из Америки. Контакты мои, вот. Вот, а также подписаться на группу в телеге. Это самая большая группа в телеге по Harley Davidson в России. Вот она, вот такая вот. Мы поделили ее на отдельные части. Вот, можете отдельно по запчасти посмотреть, пофудить, вот, про мотосервисы в различных городах. Вот, посмотреть, почитать. Вот, ну и также, естественно, не забываем подписаться на этот канал на ютубе, который вы сейчас смотрите. Ну и на группу ВК. Вот на все это подпишитесь, короче, вот, да. Вот. Ну а и смотрим про выставку «Мотовесна 2023. Что касается... Дописочка, дописочка. Что касается... Там Mad Dax на фоне, да. Курит сигареты. По поводу кастом-шоу, так называемого. Из года в год, посещая данное мероприятие, могу сказать, что ничего из находившегося там меня абсолютно ни хера не радовало. Вот. И какая-то там была, ну, прям беда. Вот. Но в этом году я считаю, что есть разнообразие. Прикольно. Ну, естественно, мотоцикл Артура, который мы с вами, наверное, уже знаем. Ну, точнее, те, кто на меня подписан, уже знает. Вот, на котором он пропилил, так сказать, на Кавказ и обратно в этом году собирается еще на нем ездить. Вот, что, как бы, для кастом-шоу, как бы, ну, как минимум, удивительно. Обычно там арт-объекты выставляют. Вот. Ну, и вообще, как бы, в целом, интересные какие-то такие поделки есть. Вот, всякие арт-объекты из Урала даже, вот, ну, как бы, да, это есть. Из BMW, из прочего. Очень интересные, на мой взгляд, Дукати, там 70 какого-то года, тоже, как бы, очень прикольно. Так что, вот, на мой взгляд, кастом-шоу в этом году, ну, лично меня порадовало. То есть, вот такая вот фигня. With a love so rare and true, oh Peggy,
love you, gal. Yes, I need you, Peggy Sue. I love you, Peggy Sue, with a love so rare and true. Oh, Peggy, my Peggy Sue. Well, I love you, gal, and I want you, Peggy Sue. Well, I love you, gal, and I want you, Peggy Sue. Oh, hello. Пару моментов хочу дописать к выставке. Тень прикольная. Огромное количество людей, просто огромная символика Харли Дэвидсон, просто дохренище. И ни одного человека с символикой Хонда я не видел. Вот. При этом мотоциклов Харли Дэвидсон, как вы знаете, в этом году нету, как и всех, в общем-то, ведущих, собственно, мотопроизводителей. И еще один момент. Для меня, знаете, вот выставка, мотопром, как бы там, и кто на чем там ездит, бла-бла-бла, это дорога, ребят. Вот то, что я вижу на дороге, то действительно существует. Это действительно, да, прикольно. Особенно между городами. То есть, на мой взгляд, мотоцикл в нашей стране, это все-таки между городами. Для города это как бы не совсем то. А на выставке... Это то, что ты никогда не увидишь на дороге. Поэтому, ну, для меня это, ну, такой как бы парадокс. Вот.